Здравствуйте, представляем котел на 1000 литров водяной. Это значит у нас краны уровня, это нижний кран, это кран проточного нагрева либо охлаждения, сюда подаем. Кран слива ДУ-50, ножки на вибропорах, сюда значит выходит охлаждение либо нагрев. Мощность 4 блока по 9 кВт. Значит здесь у нас группа безопасности, включаем сетевую кнопку. Крышка убирается, две половинки убирается. И каждый блок у нас получается по 9 кВт. 9, 18, 27. Таймер для работы по времени. Дожидаемся устойчивой струи пара. Потом прикрываем давление, чтобы давление в рубашке котла. Так, мешалка у нас, ну, таймер отработал. Значит, не будет воды, загорится красная лампочка аварии. Мешалка у нас работает либо в одну сторону регулируется. Внизу стоит торпластовая шайба. То есть либо в одну сторону, либо в другую. Как будет нагрев, все, котел работает, все, котел готов к работе.